Лос-Анджелес, 8:49, вечер. Мне звонит DJI, они спросили меня, хочу ли я участвовать в запуске кампании продаж их нового дрона. Не прошло и недели, как 3 прототипа оказались у моего порога. Мне не терпелось испытать этот дрон. Он был словно билетом куда угодно. Я потратил бесчисленные часы на подготовку, но, как мы знаем, в это время наша жизнь изменилась. Границы стран закрыты, полеты отменены, все планы рухнули. Некоторые вещи просто вне моего контроля. Бензин был дешевым, я сел в машину и вернулся к тому, из-за чего я вообще влюбился в полеты. И в течение 2 следующих недель я снимал каждый день. Поиск новых, доступных мне открытых пространств позволил мне переоценить взгляд на свой собственный дом. Для получения дополнительной информации и приобретения обращайтесь к нашему партнеру drone.kz.